проснулась такая вся добрая и мягкая, такая, а в мире как надо ж? Ну-ка, накрасилась, пошла, там, кого-то задавила, кто-то накричал. На самом деле, я добрая, пушистая, но я так не могу, да, как будто жить, поэтому... Потому что люди, да, они не по-хорошему Люди-то ведь не живут, да, такие, не которые по-хорошему я. живут. Так вот, это и есть, девочки, невроз в том, что мир не такой, какой я хотела бы. Это Да. что мы сами себе Потому что нас придумываем, так научили. сложности сами Нас себе так придумываем. А на научили. самом деле, кто-то слышал такое, сказал когда-то женщина, что ничего сложного-то нет, вы сами все эти Мир-то ведь сложности, нейтральный. да, Он вы ничего все вам эти вообще не сложности себя подкидывает. вот Вы устраиваете, можете, что можете ничего как-то сложного. реагировать спокойно в том числе на любое событие в целом. Это ваш вопрос. Помните, для чего он нам и зачем? Мы можем реагировать по-разному. Если нас научили, ты должна страдать в этом, быть, вот как-то справляться, и вот это Война. будет своя. А если, ну вот, с этим неврозом поработать, убрать его, удивитесь, мир нейтральный. И можно даже в этой сложной ситуации Туда найти жизнь какие-то приходит такие выходы, непривычно. которые у вас пока даже их нет, но они есть. Но даже будет непривычно, когда ты поймешь, даже, что тебе захочется, может, вернуться назад и подумать, да как-то неинтересно так, вроде как-то все по-новому и не так должно И не было. так. Сам себя, да, опять туда же. Ну вот после Себя регресса, особенно сравнивать я надо. потом там на связи неделю с человеком, я всегда спрашиваю, что родные говорят? Изменилась ты? Да, там кто-то мне пишет, муж заполнил холодильник продуктами, там вообще не помню, чтобы такое было. То есть, а что произошло с этой женщиной, что он так поступил? Скорее всего, не запилила. Скорее всего, поступила иначе. Может, вообще не обратила там где-то внимания, сказала, о, классно, что ты дома. О, а что я тогда, я что тогда нужный? Понимаете, как это работает? Кто-то говорит, там мне алименты вернули за полгода бывший, потому что мы договорились, что она напишет такое письмо с благодарностью. Мне нечего благодарить, он сам такой. Говорю, понимаешь, у тебя вот этот ребенок есть, да. Как тебе, ну, хорош, да. А значит, спасибо. Значит, он передал свой генотип вот этому ребенку. Вот за это маленькое спасибо он больше сделает в ответ. Если она не пилит, говорит, за полгода вернул. Там такая сумма, говорит, прислал прям. Поэтому вот наше отношение в мир, оно отображается на нас. Если мне трудно, будут трудности, потому что я их буду искать. Я буду мужчину искать с трудностями, я буду подруг искать с трудностями. Я буду искать эти трудности на работе. Я буду справляться, потому что у меня мир такой. А как я расслаблюсь? Мир такой. Я найду таких людей. Я в очереди даже таких людей найду. Я на дороге найду, когда я рулю. Понятно же? Он меня подрезает. И вот эти вот, мы найдем их. Что все, что с вами происходит, вы притянули сами. Мир нейтральный. Вот. Мир нейтральный. Можно? Я еще.